Ука, может, домой? Никаких домой! Вы еще не видели фокус с шариком! Что? Фу, он сдутый! Отменить фокус с шариком! Где же? Поиграем во взрослые игры! Боюсь, боюсь! Шоу начинается! Он правда псих! Как легко запугать супергероев! Пудинг с любимой вишневой Ой, что с ним? Кажется, он того. Он в отключке? Аматоры, в сторонку! Врач в здании! Сейчас поставим диагноз нашему пациенту. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. У меня такое тысячу раз было. Итак? Это его сердце? Которое перестало биться. Только не это. Кажется, сегодня не его день. Что ж, это конец. Это ты его убил. Ты. Ты. Я? Не-не-не. Мой сладенький пудинг. Что они с тобой сделали? Кто посмел тебя бросить на пол? Карли, ты ку-ку? Вообще-то Джокера кто-то убил. О боже, мой сладенький пудинг. Что они с тобой сделали? Я отомщу за тебя, любимый. Кто? Меня... Шарики убивают. Интересное название. Придется раскрыть это дело самой. Yes! Эй, вы, напишите, кто убил Джокера. Ну, пожалуйста. Вам понятно? А, понятно. Мы все напишем. Ну, мне пора. Нужно еще лоток успеть поменять. Эта кошка ведет себя странно. Ты задержана. Это же запрещенный прием. Сверкни клыками, дорогуша. Ты подозреваешься в убийстве Джокера. Мяу. Нет, это была не я. Клянусь своей точилкой для когтей. Так мы тебе и поверили. Ты вела себя слишком подозрительно. Как для невиновной. Точно? Да, это все она. Это какая-то подстава. Признавайся. Зачем этот яркий свет? А как тебе такой аргумент? Что? Вот мы и встретились, женщина-кошка. Помнишь меня? Я тот день не забуду никогда. И не дам забыть его тебе. Мой брат-огурец выпал из пакета. Но ты подумала, что он змея. Мы не похожи на змей. Максимум на цукини. Но ты... Ты просто растерзала его в клочья, как тряпку. И пошла по своим делам, как ни в чем не бывало. Но у твоего преступления был свидетель. Я. Тогда я твердо решил, что отомщу. Я пошел в зал, чтобы прийти за тобой. А? Змея? Я расскажу. Ох уж эти кошки. Змею от огурца отличить не могут. Окей, дай минутку. Я думаю, все было так, как нарисовано в этом комиксе. Джокер спокойно наслаждался своим пудингом. Но ядовитый плющ никак не могла забыть про шарик. Вы знаете, что они загрязняют природу? В ее глазах кипела месть. Она вырастила магический лес и приказала ему атаковать суперзлодея. Самое крупное дерево ударило клоуна по голове, другое в живот. И вот, контрольный был за дятлом. Подло клюнул Джокера в темечко. Это был последний вздох Джокера. Джокера убила ядовитый плющ. Я? Джокера? Не-не-не. Тут явно какая-то ошибка. У тебя был мотив. Это она. Вон как листики задрожали. В нашем деле новая подозреваемая. Скворечник пошире, дорогуша. Сделаем фото для досье. Мне конец. Ой-ой. Давай, колись. Отпусти. Я забыла полить растения. В камере будешь поливать свои растения. Убийца! Ты убила Джокера. Это не я. Выкладывай правду. По-хорошему. А, я знаю, как тебя разговорить. Только не саранча. Помилуй. Мой нос еще болит. Вот мы и встретились, Плющ. Помнишь меня? Вижу, что да. Я не забыла ту войну между растениями и саранчой. Тогда полегло много моих братьев. Я смогла до тебя добраться. Была так близка к цели. Мне удалось только поцарапать твой дерзкий нос. Ты разрыдалась и позорно покинула поле боя. Но вот я здесь, и расплата неизбежна. Я все скажу. Убери это насекомое. Так-то лучше. Бай-бай, зеленая. Фу, как омерзительно. Так вот, мне кажется, дело было так. Давай посмотрим.
Джокер поедал свой пудинг. Но Дэдпул решил немного пострелять. Джокеру показалось это забавным. Выстрел. Злодей вытащил из кармана красную ленту, будто его ранило. Но Дэдпул не останавливался. И снова выстрел. В этот раз в правое плечо. И снова бутафория. Дэдпул вошел в кураж. Он встал на одно колено и разрядил невидимую базуку. Джокер, тот еще актеришка, отскочил к стене, разбрасывая вокруг конфетти. Дэдпул не унимался. Достал воображаемую стрелу, натянул тетиву и... Стрела как бы попала жертве прямо в лоб. И вот, наконец-то, Джокер понял, что болтливый наемник совсем не шутит. Дэдпул достал пулемет и начал стрелять из него, не жалея патронов. Джокер дергался от каждого выстрела, притворяясь, что получил ранение. Кажется, это длилось слишком долго. Наконец-то, у Дэдпула закончились патроны. «Мужик, что с тобой? Твой пранк затянулся!» — сказал Джокер. Но чувство мести овладело супергероем полностью. Он уже ничего не понимал. Он вскочил на придуманного коня, схватил такое же придуманное копье, и Джокер решил не отставать. «Тебе конец!» — закричал Дэдпул. «Твоих фантазиях!» «Нет!» Дэдпул проткнул Джокера своим копьем. Пока наемник отплясывал победный танец, душа нашего злодея покидала тело. Конец. Увидела достаточно. Убийца Дэдпул. Я? Я не убийца. Не ври нам. Я так и думал. Ай-яй-яй, Дэдпул. Твоя песенка спета. Теперь ты в объективе моей бэт-камеры. Смайл. Я требую адвоката. Он тебе не поможет. Тогда я буду молчать. Теперь ты главный подозреваемый. Эй, дай когти поточить. Что ж, твой мотив мы знаем. Признаешь свою вину? Да, я люблю пранки. Но не убивать. Какое у него слабое место. Ха, точно. Коллекция всех фильмов про Росомаху. Нет! Вот ты где. Думал, я забуду тот черный день. Меня наконец-то купили на распродаже. Я думал, твои намерения серьезны. Ты собираешься посмотреть меня дважды. Но ты просто вышвырнул меня, как какой-то мусор. А теперь меня переехала машина. Дважды. Теперь я буду сниться тебе. В кошмарах! Убери! Я тебе все расскажу. Пожалуйста. Как бы сразу. Я, конечно, не утверждаю, но думаю, что все было так. Внимание на комикс. Итак, Джокер наслаждался своим пудингом и совсем не подозревал, что Бэтмен решил ему отомстить. Супергерою надоело, что противный злодей сеет хаос в Готэме. Он все продумал. Установил ненастоящий банк и нанял актера на роль банкира. «Наш банк открыт!» – закричал банкир. «И снова деньги сами ко мне липнут!» – подумал Джокер и проглотил приманку. Он направился к банку и протянул банкиру мешок. «Отдавай наличку, если хочешь жить!» – скомандовал Джокер. Банкир, конечно, отработал свою роль на отлично. Так имитировать испуг нужно иметь талант. Он сложил деньги в мешок и передал их преступнику. «Какая легкая добыча!» – подумал Джокер. Только собрался уходить, как услышал... Стой, жалкий вор! На этот раз ты не уйдешь! Это был Бэтмен. Конечно же, Джокеру стало смешно. Бэтмен его задержал. Ну, пусть попробует. Но он не учел, что у Бэтмена есть секретное оружие. Бета-ранг. Так на Джокера свалился месяц. И буквально его оглушил. Кажется, план темного рыцаря сработал. Деньги успешно вернулись в банк. Вот им начал спать спокойно. А Джокер покинул эту грешную землю. Конец. Бэтмен убийца! Кто? Я? Ты! Не-не-не-не! Он мне всегда не нравился! Выкладывай! Ты убил Джокера! Я не виновен! Герой Готэма, говорите? А на самом деле убийца! Это абсурд! Молчишь? Ладно. Кря-кря, Бэтмен, помнишь меня? Вот мы и встретились, хозяин. Ты меня купил, но совсем не играл со мной. Я просто хотела быть рядом, охранять твой сон. Но ты постоянно бросал меня одну, как бы я к тебе не подходила. И где бы я ни появлялась. Ты просто кричал, как маленькая испуганная мышка. А
мне так нужно было внимание! Твое внимание! Понимаешь? Я обещала тебе! Постой! Поиграй со мной! Возьми меня с собой в ванную! А ты просто кричал и убегал! И совсем не думал о моих чувствах! Нам могло быть так весело вместе! Мы могли бы устроить пивную вечеринку! Нет! Убери! Я все скажу! Чао, уточка! Что ж, я слушаю. Вот моя версия. Думаю, все было так. Еще один комикс. На самом деле, женщина-кошка давно точила клык на Джокера. Она, как и я, хотела помочь Готэму избавиться от преступности. И вот выдалась шикарная возможность. Недолго думая, наша грациозная леди подговорила мистера Блоху выполнить ее план возмездия. Блоха хоть и доставлял много неудобств хозяйке, но был ей верен. И, конечно же, бросился в атаку. Сначала он отвлек внимание злодея, а потом принялся его грызть. Жертва кричал. А заказчица только хохотала и наблюдала, как жизнь покидает Джокера. Конец. Вот это поворот! Ага. Я ни при чем. Убийца, женщина-кошка. Опять вы за свое? Как ты могла? Хотите знать, как все было на самом деле? Читайте мой комикс. Что? Я развлекал гостей своими фокусами, но мой шарик был какой-то сдутый, и я достал игрушечный пистолет. Выстрел, и супергерои бросились в рассыпную. Дэдпул так смешно трусил ручками. Короче, я решил перекусить. Но на балконе я был не один. Оказывается, воздушный шарик затаил на меня обиду, потому что я бросил его в мусорку. И он придумал коварный план мести. Я и не думал, что воздушные шарики могут быть такими злопамятными. Бам! Сначала я удивился, а потом упал в обморок от страха. Вот, так все и было. Что? Похоже, Джокер окончательно спятил. И вообще не было никаких супергероев, а были только... воздушные шарики! Фух, приснится же такое. Я дома, все хорошо. Нет... не все. Моей Харли нет рядом. И наша любовь мертва. Ты не можешь умереть! Не бросай нас! Немедленно разойдитесь. Мне нужно ее послушать. Я мертва! Я мертва! Плохо дело. Мы ее потеряли. Она была такая молодая! Как такое вообще могло произойти? Как же мы теперь будем без любви? Она умерла не своей смертью. Среди нас есть убийца. Прекратите панику. Нам всем нужно успокоиться. Да, думаю, что ты права. Предоставьте это дело мне. Я обязательно найду убийцу. Печаль, признавайся, это ты ее убила? Я тут ни при чем. Тогда это была зависть. Вау, какая прикольная кепка. Дашь поносить? Нет, это моя рабочая форма. Продолжим. Гнев, мне кажется, что это был ты. Чего? Воспользуемся считалочкой. Царь, царевич, король, королевич. Гнев, убийца. Я этого не делал. Значит, это был стыд. Какие беспочвенные обвинения. Это ты ее убила. У нас тут настоящая дуэль. Сколько можно друг в друга тыкать? Не хочешь признаваться? Хорошо, а если так? У меня на это есть серьезный аргумент. Мой дождевичок. Ладно, убедил. Друзья, кто убил любовь? Пишите в комментариях. Ого! Это же ее воспоминания. Вот это нам повезло. Сейчас мы узнаем, что случилось. Смотрите, я контролирую Райли. Кто это? Всем привет, я Любовь. У вас тут так прикольно. Ее будут любить больше, чем меня. Ничего себе, это просто невероятно. Какая же ты красивая. Давай сделаем селфи. Лав. Я поражен твоей неземной красотой. Разреши признаться тебе в любви. Ныне мое сердце принадлежит только тебе. Забирай. Какой неожиданный подарок. Мне очень приятно. Она похожа на принцессу. Хватит стесняться своих чувств. Ой, что это? Кажется, я влюбился. Ты прикольная. Оставлю тебе мой чемодан.
Он идеально подходит для селфи. Моя ты хорошая. Не нужно лить слезки. Выше нос. Ты тоже очень красивая. Правда? Я поражена теплотой твоего сердца. Но лучше мы вернем его обратно. Оно тебе еще пригодится. Тём. Ух ты! Как же божественно она пахнет. Теперь частичка любви всегда будет возле меня. А вот и пульт управления. Кто это там такой сидит? У тебя вырос рог единорога. Давай помогу. Так-то лучше. Она меня поцеловала. Я в раю. Ух ты, какие у меня красивые подписчики. Я вас всех люблю. У нее тут даже есть жвачки Лавис. Я их просто обожаю. Пожую одну. Как же вкусно. Посмотрим, что там за наклейка. Любовь – это не завидовать своему партнеру. Чего? Это же полный бред. Ого, что это за дверь? Попробую ее открыть. Стой! Не делай этого! Упс, слишком поздно. Ой, какой ты огромный. Приветик. У меня есть страшная тайна. Мы с Райли прожгли дыру в ковре. Видишь? Только никому не говори. Конечно, можешь мне доверять. Ребята, вы знали, что у нашей Райли есть секрет? Как вам такое? Не может этого быть! Любовь, живи! Какой кошмар! Кто-то убил Любовь, когда выключился свет. Теперь вы все подозреваемые. Мне нужно вас сфотографировать. Мне нравилась Любовь. Я бы ее не обидела. Следующий. Я бы никогда ее не убила. Любовь сказала, что я красивая. Мне будет ее не хватать. Возьми себя в руки. Ой, прости. Ничего страшного. Фотографирую. Следующий. Ненавижу фотографироваться. Все как всегда. Гнев в своем репертуаре. Эх, улыбочку. Ненавижу улыбаться. Следующий. Так и не признался ей в любви. Стыд, ты серьезно? Упс, перепутал. Прости. Другое дело. Смотри в камеру. Какая огромная вспышка. Я чуть не ослеп. У вас там еще есть место. Я не буду никому мешать. Вот все мои подозреваемые. Начнем с тебя. Почему я? Следственный эксперимент стыда. Покажи мне, как все было. Слушаюсь, офицер. Одну секунду. Я жду. Любовь очень устала с дороги. Поэтому решила прилечь отдохнуть прямо на пульт управления. Но тут пришел гнев. Очень интересно. Продолжай. Гнев, как всегда, разозлился. У него начала сильно гореть голова. Это на него похоже. Он перестал себя контролировать и поджег ноги любви. Тогда она начала гореть. Ну а что произошло потом? Гнев сильно испугался. Примерно вот так. Что же я наделал? А потом убежал. Ты очень хорошо показываешь. Давай дальше. Огонь начал подниматься все выше и выше. Из-за этого Любовь проснулась. Она сильно испугалась и упала. Ну и дела. Любовь пыталась потушить огонь. Она качалась из стороны в сторону. Но это совсем не помогало. Как раз наоборот. Пламя разгоралось все сильнее и сильнее. Она боролась до последнего. Вот так вот все и произошло. Я тебя поняла. Можешь быть свободен. Гнев, твоя очередь. Офицер, вы меня вызывали? Покажи мне детально, что случилось. С чего начать? Следственный эксперимент гнева. Рассказываю. Любовь пришла, со всеми познакомилась. А потом пошла за пульт управления. Она начала нажимать разные кнопки. И случайно нажала кнопку «Подписаться». Друзья, вы тоже подписывайтесь на канал. И тут зависть заметила, что Любовь стоит у пульта управления. И что она сделала? Зависть решила замаскироваться. Она слилась со стеной. И начала незаметно подкрадываться к любви все ближе и ближе. Естественно, Любовь ни о чем таком не подозревала. Она, как обычно, наводила марафет. Вернемся к зависти. Я тоже хочу быть такой красивой, как ты.
Какие страсти? Не останавливайся. Зависть решила, что лучше всего будет убить любовь. И она ударила ее по голове. От удара любовь упала на пол. Какая невероятная жестокость. После этого преступница захотела избавиться от тела. Она открыла багажник своей машины. Даже не думала, что зависть такая коварная. Потом она закинула труп в машину. Спокойно села за руль. Как ни в чем не бывало, завела мотор и уехала в неизвестном направлении. Значит, у нее была машина. Все было именно так. Я тебя поняла. Можешь идти. Позови зависть. Вызывали? Я хочу услышать твою версию событий. Ой! Следственный эксперимент зависти. Я все расскажу. Обращайся с ней бережно. Можешь начинать эксперимент. Сейчас я точно восстановлю картину прошедших событий. Любовь спокойно спала на диванчике. Так и запишем. Продолжай. И тут появилась печаль. Она хотела уничтожить любовь. И как она собиралась это сделать? А у нее был коварный план и пустой рюкзак. Она схватила спящую любовь и засунула ее глубоко внутрь. Не может быть! Рассказывай дальше! А потом печаль ее куда-то унесла. Я рассказала все, что знала. Ты свободна. Печаль, я хочу тебя видеть. Как скажете. Давай, выкладывай. Следственный эксперимент в печали. Вот тебе реквизит. Спасибо. Упс, я не подглядываю. Неловко вышло. Все. Да, она снова одета. Начнем. Любовь стояла у пульта управления. Она нажимала разные кнопки, контролировала, чтобы у Райли все было хорошо. Минутку. Но тут к ней начал подходить стыд. Он держал в руках розочку. Странная походочка. Ладно. Он подарил ей цветок, и они начали страстно целоваться. Можно без подробностей. Но это еще не все. После этого стыд предложил любви выйти за него замуж. Я согласна. Давай опять целоваться. Хватит! Остановись! Любовь, ты жива! Я тоже рада тебя видеть. Мы так по тебе скучали! Ура! Так что же случилось? У меня есть воспоминания. Сейчас вы сами все увидите. Я начала всем рассказывать, что у Райли есть секрет. Она прожгла дырку в ковре. Внезапно выключился свет. Я не понимала, что происходит. И тут появился темный секрет Райли и ударил меня по голове. Я упала. А дальше вы все уже знаете. Ребята нашли мое тело возле пульта управления. Вот теперь вы в курсе всей правды. Вот негодяй! Мы должны его поймать. Я об этом уже позаботилась. Развяжите меня. Зачем ты это сделал? Потому что она выдала наш с Райли секрет. Я тебя услышала. Что ж, это дело раскрыто. Но чужие секреты рассказывать некрасиво. Я так больше не буду. Мы совсем забыли про Райли. Ей пора просыпаться в школу. Проспали! Пропустите меня к пульту! Я опаздываю в школу. Мне нужно очень быстро собираться. Начнем. Теперь у меня свежее дыхание. Отлично, дочистила. Что там у нас дальше? Я же еще даже не ела. Ничего страшного, покушаю по дороге в школу. Мне в эту сторону. Я на месте. Осталось взять учебники, и можно идти в класс. Брайан, какой же ты красивый. Я тебя люблю. Это так мило. Мы опаздываем на урок. Райли, соберись. Я от тебя без ума. Ладно, нужно занять место в классе. Вау, ничего себе. Сегодня вечером состоится школьный бал. А тебе до него какое дело? Тебя все равно никто не пригласит. Что? Почему? Ты только посмотри на нее. Она мечтает стать королевой школы. В таком прикиде она выглядит как бродяжка. Отстаньте!
Лузерша! У меня нет другой одежды. Настало мое время. Вы тоже чувствуете этот стыд? Как же нас сейчас опозорили. Прекратите надо мной смеяться. Вот она, настоящая королева лузеров. Что это у тебя за мусор? Это тебе больше не пригодится. Зачем вы это делаете? Я сейчас им наваляю. Драться нехорошо. Они постоянно нас обижают. Подожди, давай я попробую. Что вы задумали? Хочешь пойти на школьный бал лысый? Так ты точно сможешь всех удивить. Я не хочу. Какой кошмар! Помогите! Они хотят отрезать наши шикарные волосы. Это очень страшно, понимаешь? Откуда он взялся? Прекрати паниковать. Так-то лучше. Вы решили, чья сейчас очередь? Я включаю максимальный уровень страха. Пожалуйста, только не обрезайте мои волосы. Эй, вы! Отойдите от нее! Оставьте Райли в покое! Посмотри, какой он грозный! Как мне страшно! И что ты нам сделаешь? Я еще не придумал! Нам конец! Нужно бежать! Поднять уровень страха до предела! Хватит! Только не бейте меня! Куда подевалась твоя смелость? Тебе повезло! Звонок тебя спас! С дороги! Бу! Ай! Бу! Не бей! Наконец-то они ушли! Фух! Пронесло! Брайан, спасибо, что попытался мне помочь! Держи, ты тут уронила! Я тебе очень благодарна! Увидимся! Подожди! Не хочешь пойти вместе со мной на бал? Ты меня приглашаешь? Он пригласил нас на бал! Я не могу в это поверить! Свершилось! Да, хорошо, я согласна! Тогда до вечера! До вечера! Это было очень неожиданно! Ура! Я вас поздравляю! Сегодня вечером мы идем на бал! Моя мечта сбылась! Поскорее бы уже домой! Как же долго тянется время в школе! Все, уроки закончились! Пора готовиться к балу! Я должна подобрать себе наряд! Мне нужно красивое вечернее платье! Точно! Я видела такое у мамы! Что-то здесь не так! Кажется, оно на меня великовато! Кошмар! Ужас! Это провал! Я начинаю паниковать! Фу, я не могу идти на бал в таком виде. Нужно переодеться. Может быть, попробовать папин костюм? Даже не знаю, как я в нем выгляжу. Категорическое нет. В таком костюме нас засмеют. Я не могу на это смотреть. У меня есть только эта одежда. У нас большие проблемы. Похоже, бал отменяется. Мне совсем нечего надеть. Брайан никогда меня не полюбит! А кто это у нас тут плачет? Бананчик, что ты тут делаешь? Я помогу собрать тебе образ на школьный бал. Но у меня совсем нет одежды. Открой меня. Внутри ты найдешь твой наряд. Вау! Это правда мне? Я же вам говорила, что все будет хорошо. У Райли будет красивый наряд. Хоть бы налез. А если размер не подойдет? Не каркайте! Не обращайте на меня внимания. Это слезы счастья. Главное не опозориться. Время для радости. Я уже хочу его примерить. Какая клевая музыка. Бал просто отпад. Отрываемся. Музыка качает. Мы здесь самые главные звезды. Под эту музыку прикольно танцевать. Время медляка. Пойду кого-то приглашу. Отличная идея. Привет. Составишь мне компанию? Конечно. Давай потанцуем. Где же Райли? Наверное, она уже не придет. Я давно хотел тебе сказать. Говори. Ты мне нравишься. А я тебе нравлюсь? Конечно. Молодец. Где же моя Райли? Надеюсь, что я не очень сильно опоздала. Интересно. Почему Брайан меня не встречает?
Это наш вечер. Райли должна быть в центре внимания. Пока все идет хорошо. Как же она круто выглядит. На все 100. Я так счастлива. Крутая музыка. Хочется танцевать. Эй, ты чего? Я просто потанцевать хотел. Не позорь нас. Я сейчас сгорю от стыда. Вот это он дает. Брайана нигде нет. Райли, какая она красивая. Брайан меня заметил. Я себя чувствую очень неловко. Он посмотрел на нас. Я был к этому не готов. Что нам делать? Помогите! Я должна быть смелой. Райли, ты потрясающе выглядишь. Я рад тебя видеть. И я очень рада. Разреши пригласить тебя на танец. Ой, я даже не знаю. Он пригласил нас на танец. Что нам делать? Кто из вас умеет танцевать? Танцы – это моя стихия. Я зажгу танцпол. Стыд? No. Нет. Вы меня больше не увидите. Я уехал из страны. Я придумала. Сделаем вид, что все хорошо, и мы не переживаем. Я не очень хорошо танцую, но давай попробуем. Как же это убого выглядит. Только посмотри на этих малявок. Какие они оба неуклюжие. Нам нужно взяться за руки, но я точно не знаю, как. Я тоже никогда раньше этого не делала. Стыд, ты был рожден для этого момента. Это время пришло. Активировать режим сгорания от стыда. Как же мне неловко. В глазах темнеет. Я не очень хорошо двигаюсь. Ты называешь это танцем? Какой позор! Смотри, она танцует, как подбитый голубь. Попробуй положить руки мне на плечи. Вот так. Ой, ты уверен, что так правильно? Мне так не очень удобно. Давай покажем, как нужно танцевать. Я сейчас лопну со смеху. Они просто короли кринжа. Они смеются над нами. Пора насладиться танцем. Как скажешь. Не этим. Мне не отмыться от этого позора. Жаль его. Хватит, пора нашей Райли кайфануть. Мне нравится с тобой танцевать. Я рад, что ты все-таки пришла. У нас уже хорошо получается. Ай! Да, нога сломана. Это катастрофа. Бал полностью испорчен. У меня очень болит нога. Райли, держись. Я падаю. Помогите, я сломала себе ногу. Уже бегу, приятно познакомиться. Я твой лечащий врач. Вы мне поможете? Само собой. Будет больно. Не волнуйся, ты в хороших руках. Я сделаю все аккуратно и безболезненно. Готово, что скажешь? Очень непривычно. Как же я теперь буду ходить? Мы больше не сможем играть в хоккей. Наша карьера закончена. А когда срастется нога? Скоро. Не стоит паниковать. Все из-за этих танцев. Нельзя делать то, чего не умеешь. Как теперь ходить в школу с гипсом? Это же полный позор. Нет, в школу не пойдем. Немедленно пропустите меня к пульту. В школе мне конец. Давай проверим твое зрение. Называй буквы, которые я буду тебе показывать. Но я ничего не вижу. Плохо дело. Придется выписать тебе очки. Вот, теперь тебе будет все хорошо видно. Очки? Лучше убейте меня сразу. Ты в порядке? Теперь мне в школу точно нельзя. Привет, как ты? Привет, не очень. Я принес тебе небольшой подарок. Класс, мне очень приятно. Коньки? Как я буду на них кататься? Да он просто издевается над нами. У меня поломана нога. Я не могу кататься. Прости, я не подумал. Забирай свой подарок и уходи. Ладно, как скажешь. Я старался, выбирал. Она еще и недовольна. Неблагодарная. Я пошел домой. Тяжелый выдался денек. Началась новая учебная неделя. Дай сюда. Луна, лови. Отдайте. Забери. Давайте посмотрим, что в портфеле у ботанов.
смотрите, она сейчас заплачет. Мои вещи. Сейчас мой выход. Не время грустить. Лили нужно добавить радости. Пустите меня. Ненавижу школьных хулиганов. Я разберусь с ними. Идите сюда. Давай обойдемся без агрессии. Не трогайте меня. Попробуй найти свой класс без очков. Смотри, не опоздай. Иди домой. Мы не дружим с заучками. Звонок. Бежим. Что я им сделала? Ничего не вижу. Время страданий и боли. Привет. Приятно познакомиться. Я Тревожность. Тебя никто не звал. Да ладно вам, мы обязательно подружимся. Скорее всего, или будем заядлыми врагами. Где моя комната? Подожди, ты, наверное, Радость? Потрясная прическа. Какой кринж. А вот и наш скромник. Мы рады тебя видеть. Не так близко. Крепкое рукопожатие. Ну, почти. Не смотрите. Ты ей нужен. Давай. Я даже не знаю. Нажимать? Ну ладно, попробую. Молодец! Давайте посмотрим на результат. Все видели мой позор. Как же стыдно заходить теперь в класс. Выбора нет. Нужно идти на урок. Простите за опоздание. Можно зайти? Нападение очкариков. Лили, ты где ходила? Я заблудилась. Ты найдешь дорогу к доске? Да, миссис Рид, уже иду. Подскажите мне, пожалуйста. Она решила еще и нас подставить. Не волнуйся, я знаю правильный ответ. Ты настоящий друг. Смотри внимательно. Вот он, лузер. Я так и знала. Да глядите, она сейчас опять заплачет. Прекратите шуметь. Я не знаю, как это решить. Потому что нужно приходить на уроки вовремя. Садись. Двойка. Так нечестно, я не виновата. Кто следующий? Ой, посидите тихонько. Я тоже соскучилась. Фу, двоечница, позор. Стойте. Уходи с первой парты. Прекратите. Хватит. Ненавижу школу. Не хочу сюда больше ходить. Дорогой, притормози. Ты мне мешаешь. С нее уже хватит стыда. Только я тут могу разобраться. Она полностью опозорена. Давай работать вместе. Ты гений. Буду учиться дома. Это опять они. Нашла себе местечко получше? Вот тут и оставайся. Чао. Почему они меня преследуют? О, время покушать. Еда должна улучшить мое настроение. Кайф. Это мой любимый сырный бургер. Тут занято. Хорошо, я сяду отдельно. Похоже, что мой ланчбокс закрывал Супермен. Наконец-то. Что там у меня? Пахнет не очень. Я так и знала, что ботаны едят траву. Ничего страшного, зато это полезно. Крутые ребята кушают бургеры. Давай ее пранканем. Договорились, я в деле. Хочешь попробовать? Конечно, хочу. Опс. Опять вы за свое. Бургер с пылью. Мой личный рецепт. Ты куда? Тебе понравится. Подожди. Все в порядке, Лили. Ты не голодная. Я хочу домой. Тревожненько. Немедленно отпустите нас. Вы все испортите. Они слишком переживают. Нужно их успокоить. Согласен. И не стыдно вам так кричать? Все пропало. Поберегите нервишки. Продолжим нашу работу. Больше нельзя опаздывать. Эй, Лили, ты там не доела. Пыльный бургер ждет тебя. Нужно просто не обращать внимания. Садитесь на свои места. Сегодня у нас контрольная по математике. Интересно, с чего бы мне начать? Сложная. Пришло время шпаргалок. Можете писать. Время пошло. Я должна успеть. Хорошо, что я подготовила ответы. Главное, чтобы училка ничего не заметила. Это будет не тяжело. Я мастер по списыванию. Миссис Рид не смотрит. Сколько осталось времени? Я все вижу. Ой, что там? Она идет. Я не успеваю. Показывайте свои работы. Это идеально. Мы старались. Сработало. Вы получаете отлично. Так держать. Лили, ты списываешь? Как тебе не стыдно?
Что? Ты должна писать сама. Я ставлю тебе двойку. С большим минусом. Вторая двойка за день. Вы меня подставили. Мы спасли ее от школы. Хорошая работа, мой застенчивый напарник. Я до вас доберусь. С меня хватит. Я больше не приду в эту школу. Тут просто ужасно. У меня совсем нет друзей. О нет, еще и подушку намочила. Теперь спать на мокром. Я свободен. И что мне без вас делать? Выше нос, все получится. Я ничего не умею. Дурацкая подушка, ты тоже меня предала. Я так просто не сдамся. Сейчас я тебя высушу. Поняла? Поняла?